недавно прочитал несколько хейтов, ну, не хейт, это как комментарий, что вы человек Ахметова. Слышали такое? Слышал такое. Я вынужден признаться вам в том, что на самом деле Ахметов мой человек. Прошу вас никому об этом не говорить, пускай это будет между нами. Хорошо. А он у вас на зарплате? На большой. Дружеской, да? Вы знаете, я могу согласиться с тем, что я человек Ахметова. Потому что, когда ты с человеком дружишь... То ты его человек. Ты являешься его человеком, и он является твоим человеком. Я счастлив дружить с ним, потому что это выдающийся человек, великий человек. Украина еще не понимает, кто это, но я уверен, что она это поймет.